Так, всем привет! Сегодня хотел показать некоторые покупки, которые мне приехали из Китая, с этого вот сайта, который buygood.com. Ну ладно, я внизу ссылочки поставлю, может, я произношу там неправильно, я внизу поставлю ссылочки, где конкретно какую штучку я купил. Ну вот эти штучки прилетели. Значит, пока прилетело две штучки, а одна такое, это самое... как бы для открытия колец. Вот эта штучка загогуленькая. Видите, какая маленькая, аккуратненькая, потому что что-то проблематично. У меня эти кольца вечно раскрывать, если что-то хочешь прицепить. А это такие щипчики, очень удобные. Маленькие, сделаны хорошо, не режут руки. Я так посмотрел. Тут есть вот типа кусачки, что-нибудь перекусить. И есть... открыть колечки. Это то, что в принципе для начала меня интересовало, это чтобы открывать эти колечки. Потому что вечно проблема с этими колечками, когда их открывать, если нет вот таких вот с этим зубом. А так, смотрите, очень быстро можно что-нибудь чем-то соединить или наоборот рассоединить. Вот, пожалуйста. То есть таких лично щипчиков у меня не было. И так как я покупал гамак, соответственно, мне уже захотелось там в сопутствующих товарах были такие щипчики. Они почти ничего не стоят, так что каждый может себе заказать. Смотрите, какая красивенькая. Хороший чехол имеют. В ящике почти не занимает ни веса, не имеют, ни места не занимает. Смотрите, даже можно на ремешок прицепить себе. Вот, очень удобная штука. Всегда вот есть такие мелочи, которые облегчают жизнь. Вот эти вот, так сказать, щипчики, я думаю, что это одна из этих мелочей, которые просто на рыбалке облегчают жизнь. Все, таких штучек очень хорошо. И следующая вещь, сейчас я всю размотать не могу, но потом пойду и размотаю и покажу. Это вот такой гамак. Да? Гамак защиты против комаров. То есть, когда ночью на речке, всегда у нас тут комаров полно на реках. И если там забросил спиннинг и ждешь карпа с колокольчиком, то лучше где-то не очень далеко быть, во-первых. А во-вторых, если это лето и все, может, тебе и не хочется залезать в палатку. Может, тебе хочется на свежем воздухе побыть. Но комары еще мне доставали. Вот такой прикол. А еще, что самое интересное, это то, что этот прикол занимает очень мало места. Смотрите. И очень мало веса. Потому что, когда собираешься на рыбалку, всегда тащишь очень много вещей. Так что надо... иметь в виду, что нужно, как говорят, ну, у меня лично не такой грузовик, куда можно много чего накидать. Так что я выбираю такие вещи, которые почти не имеют веса и которые занимают мало места. Вот один из таких вещей, смотрите, гамачок, почти ничего не занимающий место. Вот, идет он там, сам гамак. Этот кармашек и еще вот веревка для того, чтобы его прицепить. Так что, ну, понятно. Хорошие карабины, большие. Потом мы его размотаем полностью и посмотрим. Ну, вот так, может, весь карабинчик здесь виден. Довольно-таки крепкие карабины, я так заметил. Нет, в середине покажу, когда пойду где-нибудь его прицеплю и покажу дальше, как он выглядит. Хорошо? Так что будем сейчас смотреть дальше. Итак, прицепили этот гамак, чтобы показать. Пока мы его прицепили прямо на крыше, у нас сегодня холодно, 3 градуса показывает на улице. Ну, снег, слава богу, не выпал, но все равно, чтобы показать, какой он. Значит, вот такая штука. Вот это поднимается, чтобы комары не залетали. Вот. Имеет замочек. Сюда он немножко выше, этот замок уходит, а здесь нет. Здесь... давай я покажу. Да. Ну, видишь, ветер болтает, показывает плохо, ну ничего, не ждать же лето теперь, если вещь хочется сегодня показать. Значит, вот так, туда залезаете, запрыгиваете. Материал тонкий, да? Тонкий, да, очень тонкий. Очень тонкий. Ну, может, он такой, знаешь. Может, он крепкий, посмотрим. В общем, попробуем, скажем, крепкий он или не крепкий. Если Леня не упадет. Да, ну тут я не хочу начинать ложиться, потому что тут, если я в асфальт, от этого... стукнешь об этот цемент, то друга не выдержит меня. Ну, будем надеяться, что выдержит. Будем выдержать уже в карте. Да выдержит, выдержит. Да. Теперь еще, если вдруг нету комаров и не хочешь там сильно прятаться, значит, можно эти вот загнуть штучки в середину и использовать его просто как этот самый, как
как обычный гамак. Вот. Видите, какой он получается по размерам. Этот карман используем для того, чтобы его перевозить. И заодно используем его просто как этот самый. Как карманчик, который висит на гамаке. Складывается, кстати, довольно просто. Там даже инструкция есть, но могу показать, как его сложить. Смотрите, берем эту штуку. Берем эту штуку. Вот за эти именно балки. Вот за эти, которые выпирают, да? Вот так вот сложили. Вот. И загнули их вот таким макаром. Вот так, друг к дружке. Вот эти две загнули их друг к дружке. И начинаем эту сторону у них запихивать. Вот в карманчик прямо вот эта сторона, которая сложена, заходит в карман. Вот так. Раз. Ушло. Теперь все вот это, что осталось сзади, в карман уходит. Ушло. Смотрите. И теперь эти две палочки, которые торчат с разных сторон, так же самое по кругу заходят в серединку. И спорка закончена. То есть, в принципе, ну, там веревочки потом собрать. Но это уже мелочи. Вот смотрите, основной гамак уже весь в середине. То есть сейчас мы вот эту часть еще загоним. И все. Вот и вся сборка гамака. То есть заняла она тут несколько минут. Ну, сейчас веревки положим, там запакуем еще. Так что все. Ссылочку оставим под видео, где такой гамачок купить. Я думаю, на рыбалках и просто в кемпинге. Покажем город. Покажи, какой у нас сегодня город. Зимний. Да. Так. Сегодня очень холодно. А я пока веревочки поснимаю. На горе идут еще два шелка таких. Метра, наверное, по 2,5, может больше. Метра 3, да, 3 метра. Потому 3? Что если я 1,80 м, то еще столько внизу осталось. Так что вот такие еще по 3 метра с каждой стороны. Вот второй. Думаем, достаточно. Ну нет, всегда в кампинге имеешь еще какой-то свой шнурок отдельно. Так что все, вот. Мы уже почти готовы ехать в кемпинг. Да? Да, или куда-нибудь, но только не в 3 градуса холода. Да, только не сейчас, а когда через 1,5 месяца у нас уже будет весна, все будет круто, вот тогда и будем. А сейчас пока идет это все в кладовку. Пока, до следующих видео.